Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь, это магазин yemag.by. На дворе 2023 год, соответственно, пришло время для того, чтобы разобраться, какое же моноколесо выбрать для себя в 2023 году. С каждым годом интерес к моноколесу у многих людей только возрастает. Поэтому мы сегодня постараемся разобраться, как выбрать моноколесо для новичка или как выбрать моноколесо для человека, у которого уже есть моноколесо для того, чтобы обновиться. Но для начала я хотел бы напомнить, что моноколесо отличается кардинально от того же электросамоката тем, что здесь минимизированы затраты на обслуживание. Вам не придется в моноколесе менять тормозные колодки или, как частая проблема электросамокатов, устранять люфт рулевой стойки. Так что, если вы долгое время склоняетесь, что купить моноколесо либо электросамокат, то я вам крайне рекомендую первый вариант. Но как же выбрать моноколесо, которое могло бы полностью совпадать под ваши потребности? В первую очередь необходимо представить картину, где вы будете передвигаться на моноколесе на те или иные расстояния. Допустим, если у вас от дома до работы и от работы до дома маршрут составляет не более 20 км, то можно рассмотреть среднебюджетное моноколесо. По рекомендации из среднебюджетного моноколеса я могу вам посоветовать InMotion V8F. Обратите внимание, что ваш вес не должен превышать 110 кг. Если вы выбираете свое первое моноколесо ребенку либо подростку, не превышающему вес 50 кг, то я крайне рекомендую модель InMotion V5F. Если же ваши маршруты в день составляют около 50 км, то я здесь могу порекомендовать вам флагманское моноколесо InMotion V10F. Данное моноколесо проверено временем, проверено райдерами, и многие мои товарищи и друзья со слезинкой на глазах вспоминают, как они катались на InMotion V10F. Никто, кстати, из Pro V10F не говорил ничего плохого из тех, кого я знаю. Моноколеса делятся по разряду диаметра колеса самого. Соответственно, чем больше диаметр, тем оно проходимее. Но также при выборе моноколеса существуют некоторые ошибки новичков. Допустим, человек приходит, хочет выбрать моноколесо, и он говорит, что я хотел бы брать не флагманское моноколесо InMotion V10F, а хотел бы сначала попробовать InMotion V8F. Вдруг мне не понравится. Тысячу раз повторяю эту фразу, я всем еще раз рассказываю, что моноколесо вам обязательно понравится. Как выглядит картина далее? Человек берет InMotion V8F. Через некоторое время, минимум через неделю, максимум через полгода, человек приходит и говорит: вы знаете, вы были правы, я хочу сдать данное моноколесо в трейд-ин, доплатить и взять InMotion V10F, потому что те эмоции, которые приносит моноколесо, несравнимы с ни одним видом транспорта. Простейший пример. Зачастую в сезон в 2022 году ко мне приходили на обучение мотоциклисты, и все они как один говорили, что я думал, что круче мотоцикла ничего нет. Также ошибка новичка при выборе моноколеса – это подробное изучение его характеристик в интернете, где производитель пишет, что на данном моноколесе вы сможете проехать чуть ли не 100 км. Я сейчас про InMotion V10F. На данном моноколесе 100 км на одной зарядке вы можете проехать только тогда, если вы будете двигаться на моноколесе не более 15 км в час, а вес ваш не должен превышать 50 кг. Реальный пробег на InMotion V10F будет составлять около 60-70 км на одной зарядке при среднем весе 70-75 кг. И еще, если новичок хочет познакомиться с реальными отзывами о моноколесах, ему необходимо смотреть не коммерческие обзоры, которые сейчас делаю я. Одним из ключевых моментов при правильном выборе моноколеса для новичка необходимо почитать независимые форумы, электрофорумы, также пообщаться вживую с людьми, владельцами моноколес, которые смогут вам подробно рассказать про те или иные характеристики моноколеса, возможно, дать попробовать. Хочу напомнить, что у меня есть своя школа по обучению езде на моноколесе, где я грамотно, профессионально ставлю людей, каждый остается доволен, подберу для вас моноколесо также по всем вашим характеристикам. Теперь давайте поговорим о тех, у кого уже есть моноколесо и кто хочет обновиться. Сейчас тренд идет моноколес с подвесками, и многие люди задумались о том, чтобы не купить ли мне моноколесо с подвеской. Лично из моего опыта и моего мнения, хочу вам сказать, что я до недавних времен считал, что InMotion V11 это лучшее колесо с подвеской, это та подвеска, которая работает активно. Пока я не попробовал проехать на Sherman S. Как бы это печально ни звучало, но мои любимчики InMotion здесь проиграли. В Sherman S, на мой взгляд, подвеска на сегодняшний день самая лучшая. Также колесо самое лучшее по сборке, потому что пробовали мы его разбирать, смотрели, оно разбирается как конструктор на самом деле, и качество сборки на высоте.
Если вдруг вы задумались о красивом моноколесе, том колесе, на котором вы можете выделиться среди толпы, либо выделиться в своем городе как индивидуальная личность, то здесь на помощь приходит интересный дизайн от Kingsong S22. Теперь это будет S22 Pro. Оно тоже с подвеской, этому на колесо, но здесь есть некоторые скрытые подводные камни. На текущий момент на этом моноколесе подвеску тестируют непосредственно райдеры. Подвеска в данном колесе пока еще недоработана и сложно настраивается. S22 это прекрасный вариант, но, к сожалению, у вас должны расти руки с плеч для того, чтобы регулировать подвеску, для того, чтобы делать какие-то дополнительные целодвижения с этой подвеской. Но это не так, как в Sherman S. Ты купил из коробки и поехал. Также есть новая модель с подвеской Bigode EX30. Это тоже модель, которая на данный момент требует вмешательств, но она гораздо лучше, чем Master Pro от компании Bigode. Это продолжение этой линейки, и я думаю, что это, наверное, одно из самых лучших моноколес с подвеской от Bigode EX30. Это сугубо мое мнение, поэтому если, опять же, у вас есть время заниматься какими-то доработками, то можно рассмотреть вариант EX30. В 2022 году вышла модель Bigode T4, Tesla 4 с подвеской, но подвеска работает хуже, чем InMotion V11. Хочу напомнить про качество, что на сегодняшний день, на мой взгляд, InMotion одни из самых лучших производителей по качеству и по качеству эксплуатации. Еще нельзя забывать про категорию людей, которые катаются на InMotion и хотят перейти на Kingsong. Есть такие модели, которые могут вас заинтересовать. Допустим, вы катаетесь на InMotion V10F или V10 и хотите, чтобы ваш пробег составлял там как минимум в два раза больше, то можно рассмотреть проверенную всеми модель Kingsong 16X. Тем более она еще до сих пор дорабатывается. Там будут скоро изменены, кстати, педали, подушки. Мне очень это колесо нравилось. У меня есть обзор по этому на колесо, там, где я считал его одним из самых своих любимых, потому что я когда стал на него, у меня было ощущение, что я сел на какой-то мотоцикл. Но по качеству сборки я склоняюсь к InMotion V12 или V12HT, сейчас оно вот хай-торг. Полностью колесо доделано и доработано, из коробки достал и поехал. И это то колесо, на котором, собственно, катаюсь я. Крутяк. Спасибо. Только небольшое уточнение, модель у меня HS. Что же касается главной новинки InMotion V13, которая вышла совершенно недавно и считается одним из самых крутых моноколес от InMotion в целом. Колесо очень тяжелое. Я считаю, что колесо – это карманный телепорт. Это та штука, которая всегда с тобой, где ты можешь ее без труда, либо без особого труда поднять, преподнести. Но с InMotion V13 у вас такого не получится, потому что крайне тяжелое колесо. Я даже не знаю, кому порекомендовать это колесо, потому что я катался на этом колесе, и оно с подвеской тоже. На мой взгляд, подвеска там абсолютно не нужна. Я не знаю, зачем они ее туда всунули. По бездорожью ездить на данном моноколесе, даже при наличии ее подвески, к сожалению, некомфортно. И при таких огромных габаритах с внушительным видом вы сможете проехать всего лишь около 90 км на одной зарядке. Стоит ли оно того? Я думаю, что не стоит. На InMotion V12 я проезжаю со своим весом. Кстати, немножко я похудел. 120 кг со 130 до 120. Я могу проехать 60-70 км на одной зарядке. Вполне достаточно в городских условиях. Но, тем не менее, кто хочет выделиться, у кого есть деньги, InMotion V13 прекрасно едет по асфальту, по асфальтированной дороге. То есть на дорогах. Но у нас в Беларуси на дороге выезжать нельзя. Поэтому, если вы живете в том городе или в той стране, там, где можно уезжать на дороге и у вас есть деньги, можно рассмотреть покупки InMotion V13.
Дополнительные характеристики моноколес, которые я сегодня обозначил, вы сможете найти в интернете. Я оставлю ссылки в описании, где про каждое моноколесо будет написано, какой диаметр, какие батареи. Не забывайте, что у нас есть сервис, где без проблем вам заменят покрышку, сделают дополнительную гидроизоляцию. И не забывайте приходить на обучение по езде на моноколесе к нам в гости. Либо просто заходить на чай для того, чтобы поговорить, посоветоваться, что-то новое узнать, поделиться какой-то информацией. Всегда будем рады видеть вас. А меня зовут Игорь, это был магазин yemak.by. Всем пока. Есть! Есть!